Новая версия Unicode 10.0 теперь включает символ биткоина. Об этом сообщается на сайте unicode.org. Unicode представляет собой стандарт кодирования символов, позволяющий представить знаки почти всех письменных языков. В общей сложности в новую версию Unicode добавлено 8518 новых символов и 56 новых эмоджи-символов. Включение символа биткоина в Unicode планировалось еще в прошлой версии, но было реализовано только сейчас.